Список приглашенных на торжественную церемонию вступления в должность главы Ленинского городского округа довольно внушительный. Здесь собрались депутаты Совета депутатов муниципалитета, областной и государственной думы, представители ветеранских организаций, участники специальной военной операции, члены их семей, священнослужители, руководители муниципальных учреждений и предприятий округа. Станислав Катров исполнял полномочия главы Ленинского городского округа с 8 декабря 2023 года. Кандидатом на пост главы муниципалитета он был выдвинут местным отделением партии «Единая Россия». 2 февраля 2024 года Совет депутатов Ленинского городского округа на внеочередном заседании рассмотрел 4 кандидатов и избрал Станислава Катрова главой Ленинского городского округа. Клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Московской области, Устав муниципального образования, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности главы Ленинского городского округа Московской области. После принесения торжественной присяги, обращаясь к собравшимся, Станислав Катров обозначил главные направления жизни муниципалитета, над которыми будет сосредоточена работа его команды. Мои приоритеты как главы Ленинского городского округа заключаются в развитии дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечении качественного образования и здравоохранения, развитии спорта и культуры, поддержке бизнеса, создании комфортной городской среды для жизни и отдыха. Поздравить Станислава Катрова со вступлением в должность главы Ленинского городского округа приехал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Я уверен, что те планы, которые вы озвучили, будут реализованы в работе в команде на территории Московской области вместе с губернатором, правительством и теми, с кем вы уже двигались вперед и наверх. А то, что вы всего этого добьетесь, я точно уверен. Желаю вам в этом успеха. Поздравляю вас. Теплые слова в адрес главы Ленинского округа Станислава Катрова сказал и еще один гость, депутат Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Фетисов. Пожелать удачи, прежде всего. Работа в команде, наверное, единственный правильный сегодня посыл. Я в команде вырос, могу сказать, что это колоссальная ответственность, если быть капитаном команды. Это двойная ответственность. Станислав Катров избран главой Ленинского городского округа на 5 лет. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.